Всех приветствую на моем канале Тихожа, одесситка в США. Ребята, сегодня День независимости Америки. Самый большой праздник. Мы поддерживаем настроение, мы поддерживаем символикой и украсили наш дом американским флагом. И хочу пожелать всем мигрантам, которые долгое время здесь уже живут, и вновь прибывшим людям, пожелать удачи вам во всех ваших начинаниях, терпения, упорства. В этой стране открывается очень много возможностей. Главное их увидеть и идти к цели. Мы живем в нелегкое время, когда идет перестройка не только Америки, но и во всем мире. И я думаю, что мы перейдем в новое качество. Мы сможем приспособиться к тем новым правилам, которые нам диктуют. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Показываю цветочки. Муж уехал на стрельбу, а я немножко подготавливаюсь, потому что сегодня мы идем праздновать и этот день, и день рождения Дейла. Поэтому немножко вышла вам и показываю, что меня окружает сегодня. Какая погодка меня окружает, какое солнышко светит, что нет ветра. Так, смотрите, ромашечки расцвели. Распустились ромашки. Смотрите, какая красота. Класс. Ромашечки, лилии, гвоздички. Такое красивенькое, свеженькое. Герберы. В общем, клумбочка выглядит на десяточку. Как вы считаете? На десяточку? Так, Белл раскрывает подарочек. Презент. Посмотрим, останется ли он доволен. Да-да-да-да. Пока недоволен. Nice. Так, this is shirt. Yeah. Nice. Linen. Maybe today you wear to party. Да-да-да-да, лот номер 2. Лиля, no buy shoes more. А Лиля buy. Лиля, no listen. No listen. Так, лот номер 3. I'm 40, like I know. My husband. Da-da-da-da. Another purse. I got three pair of sandals. Oh, okay. It will be for future. For 10 years. No more presents. Yeah. And feet, please, Bill. If no like, if no good, I think will be good. It's very white. I like the soft. Mm-hmm. Cool. I like design. This is good too. Yeah, I like this. What for 10 years? No more shoes. Thank you. Sure.
Вот Ленца, подруженька, приготовила, посмотрите, какое объедение. И столько она готовит, ну, на неделю еды. Шашлык-машлык куриный. Нет? А выглядит когда? Свининка. Свининка? Ну, наверное, маринад осветлил немножко. Так, огурчики, помидорчики, американская традиционная закуска, чипсы и сальса, арбузики. Американская еда. Да, это тоже американская еда, да. Точно. Сосич, хот-дог, хамбургер. Хамбургер. Соуса. А вон Ленца. Тоже делает фотки, фотки. Как мне нравятся вот эти плиты. Обожаю вот эту вот стейшн и микроволновка и плита. В нашем доме не сообразили это сделать. Чистота у Ленца, как всегда. Когда она успевает это все вычищать, не знаю. Не знаю. Слышу я уже звуки салютов. Но еще не время. Почему люди, когда светло, начинают пускать салюты? Вот не понимаю. Нет той красоты и ощущения праздника. Они уже начинают. Еще немножко стемнеет. И здесь будет столько салютов. Потому что это зона за городом. Здесь можно пускать салюты. В городе частным образом нельзя пускать салютики. Вот такая зона неплохая на природе. Классно. Зона отдыха. Вот сауну такую они поставили красивенькую. Так, а ну откроем, посмотрим. Класс. Вот я бы тоже очень хотела сауну. Прекрасно. На двоих, на четверых прекрасная сауна. Ух! Where the hell did you get that contraption? I got it on the internet. That's handy. Так, наши пацаны долго тут. It actually lasts about twice as long. Свою куку, как всегда. Жить не может без этой штуки. And you get all the flavor because you can adjust this, your heat source. Up or down? Oh, wow. They put some thought into that. Yeah. It's kind of cool. Вот игрушку купил. You can buy those off the internet. Yeah. Oh, shoot. Yeah, see all this. Ребята, я в гамаке. Отдыхаю. Мы отужинали. Пообщались немножко, но еще общение впереди. Скоро будем салютики пускать и смотреть салюты, как выпускают соседи. Классно, вот так один день отключиться, мозги отдыхают, все тело отдыхает, общаешься с друзьями, потому что долгое время не общались вот так вживую. И уже, как говорится, плюнули на все и решили встретиться. Я еще подшутила, говорю, маски брать с собой, как будем здороваться? Ну, естественно, маски мы не брали, никто не одевает маски. В общем, вымыли руки по приезду. И все. Обнялись, поцеловались. Да, раньше мы собирались такими огромными компаниями. Теперь, конечно, компании уменьшились в несколько раз. Девочки, я вам рекомендую посмотреть мое видео, как мы отмечали наши дни рождения вот, в прошлых годах. Посмотрите, пожалуйста, и вам станет ясно, какой круг друзей я имела, ну, имею частично. И сейчас, как мы праздновали, как мы накрывали столы. В общем, какая компания меня окружала? Пожалуйста, посмотрите вот это видео.
Так, клиент мне сказал, что здесь где-то заяц. И где этот заяц? Нету зайца. Посадили новые деревушки, смотрю. Целая линия. Пенца уже запустила дымочку. Видите, салютики, все учащается и учащается. Уже темнеет, и скоро будут салюты очень хорошо видны. Я вот, смотрите, вот в такой футболочке, маечке. Ко дню независимости Америки. С таким американским принтом. Хочу вам показать Ленин огородик. У них очень большой огород. И вместе с вами я посмотрю, что они в этом году посадили. Интересно. Так, ну что я вижу? Я вижу помидоры. Там огурчики, я смотрю, вдалеке. Тоже, кстати, небольшие. Такие же, как у меня, только начинает подниматься. Так, это что? Это малина, наверное. Столько много кустов. Нет, это черная смородина, кстати, да. Это черная смородина. Очень много кустов. А это помидор, по-моему. Тоже травкой прикрыли. Так, здесь виноградик, укропчик, лучок вижу. Это что-то я не пойму, это помидор. Ну почему так скромно с листвой? Надо у Ленцы спросить. Что-то не то. Или я ошибаюсь, или это не помидор. Так, здесь салатика немножко. Смотрю, морковь. Опять укропчик, лучок. Петрушечка. Самое главное — пугало. Видите как? Вот мне надо пугало как-то взгромоздить на дерево, ребята. Чтобы пугало пугало птиц. Потому что все яблоки срывают. Я останусь даже без килограмма яблок. Ну вот такой огородик. Большой, приличный огородик, конечно. А здесь, видите, вот соседи у них уже пристроились. Здесь была свободная зона, территория. И вот новые соседи. Дом скоро будет уже закончен. Большой дом, территория тут такая свободного, скажем, свободной организации. Здесь можно и костры жечь, и салюты. Опа, салютик пропустили. Но они живут за городом. У нас, конечно, зеленая зона не настолько большая и огорожена забором. Здесь, видите, все без забора. Все, так скажем, в деревенском стиле. Сейчас вам покажу еще одну зону, пока не стемнело. Это зона, где они отдыхают у костра. Тоже симпатично очень. Собрали много дерева для костра. Пенечки, веточки. Пенечки, как столики. Стульчики. Все очень организованно и симпатично для вечернего отдыха. Ну вот так мы отдыхаем.
Вот вы смогли увидеть деревенскую американскую жизнь, где дышится просторно и живется в свое удовольствие безгранично. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной. Пишите отзывы, комментарии, свои эмоции. Оставляйте на моей страничке. You need definitely more jelly. Do you like my shots? Oh, I love your shots. They're perfect, aren't they? You know I love your shots. And I want more worms in them. Next time, we're putting 5 or 6 worms in each one. No, we should put, put like a garden slugs. You can't taste them. What did you chew them though, or did you just Yeah, there's not. Oh, they didn't give us enough. They didn't give us enough. So we'll count each one as 5. They still don't have enough. 5, 12. Oh, they still didn't. You're I'm just terrible. Kidding. No, I'm kidding. You're terrible. I was being nice. 8, 4. That's everybody. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, and you're still short 9. Are you serious? Yes. Mom, do you have anything? I have 69. Give me a lighter. 12. How about a flamethrower? Готовим кейк. They're ready. Aww. Well, tonight we're gonna wish you birthday anyway. 55, right? 45. Hey, Mark, I love you. 45. I'm a thoughtful guy. Cause I'm old, and I'm getting old. Oh, this will be We'll remember how nice Mark was when we have to change his diapers. This will be easy to blow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dale. Happy birthday to you. And many more. You got it! Alright, cut my cake. I'm hungry. Watch this. 5 equal pieces. This Done. Will... Done. I dare you. Whoa! I'm stepping back. 5 equal pieces. You can't cut it down the middle. I heard you. It won't work. It won't work. Ooh, that's a wicked looking knife. That's 1. I don't know. I don't think that's 5 equal pieces. She's stretching your molecules. Oh, that's not right. That's only 4 so far. 1, 2, 3, 4, 5. This guy can't count. We can't count to 5 quite yet. Big piece. There's 1. 1, 2, 3, 4, 5. Well, there's a big 5th one there.
ребята, я стояла прямо под салютом, и мне на голову упал этот наконечник от салюта. Кошмар. Я даже немножко испугалась. Вот таким дождем штормовым закончился наш путь. Все, едем домой.